Турция, да, действительно большое государство, 90 миллионов зато населения. Зато пятая часть всей мировой экономики. Но сначала было слово. Сначала было слово. Как вы говорите, ну это всего лишь слова. Я думаю, что России тоже нужно на словах сказать свою позицию о Кипре. Сказали. Я думаю, что России необходимо было проявить себя во время азербайджанско-армянского конфликта, когда член НАТО Турция в открытую поддерживала Азербайджан против нашего союзника УДКБ. Может быть, нужно напомнить, что Турция никогда не была союзником России во всех войнах. Она всегда была в коалиции против и Советского Союза, и Российской империи. И один раз была против Франции. Но когда адмирал Ушаков захватывал... Россия сделала все возможное для того, чтобы Турция была довольна нашими действиями. Это атомная электростанция. Я не знаю, зачем мы укрепляем ее энергетический потенциал. Бесплатно. Это комплексы нашей ПВО С-400 и газ. Так вот, и в том числе, моя позиция как гражданин Российской Федерации неизменна по поводу Турции. Поэтому Российская Федерация после всех тех мероприятий, которые мы уже произвели, не получает от Турции хотя бы на словах нормальной оценки, то я абсолютно уверен, что этап задабривания должен заканчиваться. Мы всегда рассчитывали только на саму себя. Кому есть. Бы в чем не помогали, всегда, когда есть. У России бывает трудная ситуация или война, мы остаемся одни. И мы всегда в этом плане не должны помогать тем, кто агрессивно к нам относится, чтобы потом тот потенциал, который получит Турция, благодаря в том числе России, как когда-то Германия получила потенциал, благодаря Советскому Союзу, который все делал для того, чтобы она нас не напала. Поэтому мы не хотим войны России. И мы все делаем, чтобы ее избежать. Но еще раз повторяюсь, когда мы пропускаем такие выражения, которые себе позволяет Турция, мы где-то про сбитый самолет промолчали. Мы где-то про убитого посла промолчали. Дайте договорю. И мне, как гражданину России, кажется, что мы уже много сделали для этого государства. Поэтому если Турция не признает те документы, которые мы признаем, то она должна вспомнить, как большевики отдали ей территорию Армении. Потому что Арарат, наша православная святыня, находится на территории Турции. Мы же это не вспоминаем. Поэтому если туркам что-то удобно, они говорят так. А нам, России, надо говорить так, как нам удобно. И если Турция не признает Крым в составе России, Александр Николаевич, тогда надо тогда от многих помощи. Вы сказали, что моя позиция как гражданин Российской Федерации по отношению к Турции неизменна. Неизменна. Как офицера ВДВ. Сказать? А вы можете прямо только короткой формулой ее описать? Короткая формула, никогда не куплю туда путевку. Понял. Записали. Это позиция. И это мне позиция, непонятно, по почему мере, мы да. тушим их леса. Вот она благодарность последняя.